Почти 4 тонны макулатуры сдали мытищинцы в рамках экологической акции. Большой вклад в эту цифру внесли воспитанники детского сада «Аленький цветочек», ученики школы номер 12 и ребята из детско-юношеского центра «Турист». Первая тонна бумажного вторсырья была собрана за считанные минуты. На самом деле очень огромный отклик получили от детей, и спасибо родителям. Мы с нашей школы собрали почти полтонны макулатуры, то есть 463 килограмма. Тем самым мы устроили, чтобы привлечь большее количество участников, мы сделали соревнования между классами. И, соответственно, вот среди вот этого вот конкурсной основы, соответственно, удалось нам собрать такое большое количество. Наших прошлых учеников 4 курса сохранилось много курсовых, старых книг, которые мы смогли сдать. В каждой группе собиралась макулатура, которую все вместе, добровольцы, мои одногруппники, вызвались притащить макулатуру и выгрузить, и утилизировать. Следующий этап проведения акции – подведение итогов на региональном уровне, после которого муниципалитеты, набравшие наибольшее количество макулатуры, будут награждены ценными призами. Мы всегда были одним из лидеров данной акции. Мы собираем более 10 тонн макулатуры ежегодно, и жители в ней активно принимают участие. Сегодня уже мы видим, что и общественные организации, и школы, и просто жители все приносят макулатуру, активно ее сдают, и это очень приятно видеть, что жители, не безразлична судьба, что они активно поддерживают переработку отходов. Мы знаем, что наши жители это любят и активно в этом участвуют, и они поддерживают наше начинание в области охраны природы и рационального использования ресурсов.